Всем привет, с вами я, Фёдор, и сегодня мы продолжаем наш нерегулярный, но идиотский летсплей по игре Battlecraft. Это все мы забираем. Я уже сам забыл, что я делал в прошлых сериях. Но мы открываем капсули, которые мне дали. Мы это все, скорее всего, используем, так как опыта у меня дофига. Коматото пришел. В принципе, это мой. Так-то он первый раз ко мне пришел. Хорошо, мы его теперь опять отправляем вот сюда, вот в наших часов. Так. Ага. Теперь мы заходим вот сюда, в холодос. И все, мы это испортим. Все. Я 2 минуты видоса потратил на это. Извиняюсь, меня отвлекли. Ну, а мы продолжаем проходить уровни, собственно. Мы скоро до слона дойдем. Давно я в Battlecraft на самом деле не заходил. Видосы по Battlecraft у меня выходят раз в месяц. Так, я не понимаю, почему это я просто кликаю на рандомных котов. Когда надо как бы накопить. Давай же. Мне нужно. Да. Все. А, так я мог и не выпускать дракона. Аж титана смог выпустить. Так, ребята, мне надо отойти. Так, все, я пришел. Погнали. У меня почему-то плохие воспоминания об этом уровне. Thank you.
Я молчу, потому что я не знаю, что говорить. Я просто прохожу уровень молча. Просто обычная игра. Ну, видео еще один уровень, думаю, уместится. Ну, короче, это просто будет видео, где я просто прохожу молча уровни. Извините, Репси, меня в третий раз уже отвлекли. Ну, давай. Погнали. Ну, пока что все изи. Думаю назвать видео «Молчание и изи левелы». Не, ну вы серьезно, я одним спамом прошел уровень. Ну да. Короче, это весь был за сегодня довольно-таки короткий видос. Ну. Ждите следующий кусок чек летсплея в следующем месяце. Всем удачи и всем пока.